Итак, всем привет, с вами снова я, Зазепа, и сегодня я хотел бы вам рассказать моим дорогим олдскульщикам, кто захотел силовую броню, как лежит у нас в Блидване, такую, какой-то вот торговца. Вот, что нужно для этого сделать? Можно двумя способами ее добыть. Найти где-то в игре, ну, для этого нужно будет конкретно и далеко проходить. Можно и более быстрым способом. Так, отойду от этих подальше, чтобы мы там не болтали. Так, для этого нужно... Что? Для этого нужно прописать команду, которую вы видите сейчас на экране. Цоц, куа, смог. Естественно, все это я оставлю в комментариях под видео, все эти команды. И вы можете их переписать. Так, открываем клавишу тильда. В общем, она чуть выше таба, под эскейпом. Ее найти должны там. Вот. Вводите вот этот цоц, куа, смог и нажимаете Enter. Мы перемещаемся на локацию разработчиков. Сейчас вы ее увидите. Вот так вот она выглядит. А как мы видим, что здесь есть? Городишко такой вот, в принципе, заброшенный. Тут в нем ничего интересного нет, там вы ничего не найдете. А что здесь есть? Steam-лаборатории всякие всевозможные. Значок Содружества. Ящики. Ящики. Где вы можете найти пупсов. В общем, все, что нужно по квестам. Расходники найти сможете. Голозаписи там всякие. Все, что вам нужно по квестам. Если вам что-то лень искать, если что-то очень долго добывать, вы это можете все найти в этих ящиках. Ну, сегодняшнее видео я записываю про броню. Вот. Как вы видим, X01 стоит здесь. Также вы можете своего коллегу облачить эту броню. Потому что, видите, здесь она не одна. Здесь есть еще такие разновидности брони. Разные, в общем. Вы можете также снять все это с этих защитных комплектов по отдельности. Что-то экипировать, что вам больше по душе. То есть, выбирайте сами. Да, если что-то поломается, если там разобьют что-то в хлам, вы всегда можете переместиться сюда, на эту локацию, и взять, ну, что вам надо еще. То есть, здесь есть всевозможная вся броня из игры, которая вообще существует, в принципе. Вот. Нажимаем войти. Ставим ядерный блок. Войти. I can barely tell us apart. Вот теперь мы похожи на солидного мужчину. Вот. Можно с этой броней покинуть локацию. Как ее покинуть, я вам сейчас покажу. Опять же нажимаю на тильду, которая чуть выше таба, и вводим. Например, COC, UFO, Crash, Crash Site 01. Перемещаемся. А, к сожалению, там другие какие-то команды, они не особо работают, это я знаю. Чтобы выйти из локации, просто направляемся сюда в Содружество и выходим. После чего, ну, как вы понимаете, мы можем нажать в любом случае на Tab. Да, откроется наш пип-бой, и мы можем переместиться абсолютно безопасно в любую локацию, которая вам будет угодно. То есть вы ничего от этого не потеряете. Эту локацию просто так не найти нигде в игре. Только при помощи команды. Все, мы оказываемся тут. В общем, лайк, подписка, если вам видео понравилось и было полезно, и вы хотите такой же себе костюмчик. Все. С вами был Зазепа.